Это безрассудно. Ну что вы, мы ведь с детства поклялись быть вместе. Ваши чувства очевидны, укротите их лучше, выходите за Монпансье. Нет, отец! Разрываясь между долгом и чувствами. Вы будете меня любить, мадам? Если вы прикажете. Мари де Монпансье. Мне меньше всех известны ее вкусы и ее предпочтения. Наполнит страстями королевский двор. Месье Данжу просит аудиенции. Ваша красота сводит меня с ума, мадам. Я все тот же, Мари. Я больше не потерплю вашего бесстыдства. Он не отрывал от вас глаз. Не напомнить ли вам, кто за этим столом ваш муж? Я мечтаю удостоиться вашей улыбки. Новый фильм Бертрана Тавернье. Греховная мысль – это уже грех? Одна мысль без желания нет. А если оно тоже есть? Если это ложь, то мы сойдемся лицом к лицу. Смертельной схватки. Я ревную вас к вашему мужу. Простите? Это значит, мадам, что я люблю вас. Как вы смеете? Весь двор говорит, что вы любите другую. Вы заплатите жизнью за свои грехи. Исповедуйтесь и позабудьте месье де Гиза. Постараюсь. Принцесса де Монпансье. Мне страшно за вас, мадам. Не ошибитесь в своем выборе. Смотрите в кинотеатрах с 9 декабря.